запускаем. Аспирация очень серьезная, да. Два воздушных потока. И оттуда приезжает. Как зовут? Володя. Володя! Это можно подобрать? Нет, это хорошая. Вибрации практически нет. Владение спектра. Давай в качестве эксперимента, да? Копеечку ставим. В качестве эксперимента. Давай. Российская встает, российские крылья. А, ну российская 10-рублевка, она пошире. Не, ну все равно немножко будет, тут она стоит на колоннах. Ну потому что на старом, да. Делалось под проект изначально. Производительность, ты видишь? Я говорю, смотреть, что планета надо собрать. После второй аспирации вы тут забираете дробленку и пустой. А это вторая аспирация, да? Морозобой было вам? Именно морозобой. А первую аспирацию можем посмотреть? Снег забирает, сколько дела, видите, даже снег забирает. Вот я просто забираю, чтобы снег забирал. Чтобы ты на пульс брел. Ну что, отлично, смотри. Вот, вот. Смотри, сколько он сюда забирает. Отсюда забирает, да. Первая, вторая аспирация, сколько? Одна аспирация сюда. За счет вот этих каналов. И сюда выходит же сверху мешок тут. Вот это чистое уже. Да. Как его взять? А это вот. Вот это только второй пират. Что, Володя, 10 секунд сейчас она дает, да? Да. Вот такого дерна, как она показывает. На семинар, на товарнике больше. На товарнике дает больше. Конечно, больше. На семинарах 10. Меньше. На товарнике 20. Да. Положено. Вот она как бы соответствует заявленному, понимаешь? Если это 20, 20. Если 40, 40 соответственно. Ну, Володя, давай исходный материал. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь?
На улице. Возьми чистого, набери. Взял. Ну все, если через три вы все пропустите, и что у тебя там, элита будет? Ну, главное, что шума-то нет практически. Или у тебя так же тихо работает? Шума нет, вибрации немножко побольше. У меня аспирация совсем плохая. Ну вот видишь, давай я сразу.